Уважаемые коллеги, продолжаем серию презентаций, и следующие несколько презентаций подряд будут посвящены недвижимости Грузии. Как мы уже выяснили, это один из тех рынков, которые мы можем сейчас назвать перспективными, потому что именно здесь мы видим и растущий интерес со стороны покупателей, и растущее предложение именно для россиян. И открывает серию презентаций о недвижимости Грузии компания Dara Building. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я проведу презентацию, мне будет помогать моя коллега Нино. Сначала поговорить и вам рассказать чуть-чуть о нашей стране, так как последние годы, к сожалению, информация очень скудна для российского, для жителей Российской Федерации. И в дальнейшем мы расскажем о нашей компании и наших проектах. Чем богата Грузия? Конечно, это страна с достаточно богатой культурой, с достаточно богатыми традициями, культурой виноделия и с огромным туристическим потенциалом. Мы хотим вам чуть-чуть рассказать о каждой сфере понемножку. Начнем мужчину. Начнем мы с туристических направлений. То есть грузинское законодательство на данный момент предоставлено так, что по ведению бизнеса мы находимся на 15 месте во всем мире. То есть оформить компанию, начать бизнес в Грузии достаточно легко и просто. И занимает все это буквально считанные минуты, и это все очень легко. Что дальше? То есть экономическая свобода. Скажем так, на данный момент в стране бизнес считается свободным. Минимизация влияния государства на бизнес-структуры Грузии ставит нас на 22 место в мире. Мы добились того, что 90% сделок между юридическими субъектами производится без вмешательства государства. Ну и, конечно, безопасность. Наверное, многие слышали о том, что в Грузии сейчас очень безопасно, очень свободно, отсутствие полностью криминала, то есть как такового. Ну, грузинская культура – это, конечно, отдельная строка, о чем надо говорить, и достаточно знакома российскому обывателю, то есть грузинские культурные деятели совмещают, можно так сказать, свою деятельность как и в России, как и в Грузии, и они вам знакомы. Отдельная, конечно, строка – это кухня. Кухня Грузии – это отдельная тема, это очень-очень интересное направление для туризма. Очень многие туристические группы посещают Грузию именно для того, чтобы попробовать нашу уникальную кухню и наше вино. Что касается исторических и культурных памятников, это отдельно тоже стоит отметить, страна богата действительно туристическими местами, туристическими уголками, то есть огромный туристический потенциал, и он, к сожалению, до сих пор еще не используется полностью. Это огромное поле для инвестиций, огромное, как бы сказать, что это? Столица страны – это город Тбилиси. Город Тбилиси в себе совмещает как и хорошее старое, так и отличное новое, можно сказать. Там прекрасные отреставрированные местечки, которые вот буквально 3-4 года закончилась реставрация. Все очень красиво. Ну, также и строятся огромные дома и современные здания. Ну, жемчужина, конечно, страны – это город Батуми. Его называют Черноморским Дубаем, потому что
Город очень активно строится как раз в этом городе. И работает наша компания. Как вы видите на слайде, город достаточно... очень много высоток, и высотки еще строятся, поверьте мне, это только-только начало. В городе Батуми и во всей Грузии разрешен игорный бизнес, то есть полностью легализация казино. Это, в свою очередь, очень тоже привлекает туристов и очень-очень интересное направление для туристических групп. Что касается туристических ресурсов, ну вот тоже на слайде показано, что во всей Грузии около 300 курортов и курортных зон, источники минеральных вод и другие природные памятники, которые занесены в реестр ЮНЕСКО и национальные парки. Действительно, природа у нас шикарная. Ну, это, в принципе, отели, которые расположены в курортных зонах, это шикарные отели. Также зимний туризм, то есть в самом, около Батуми есть курорт Годерди, это совершенно новый курорт. Ну, курорт Бакуриани и Гудаури, я думаю, слышали об этих курортах те, кто занимается лыжами, то есть горным спортом. Это очень-очень интересные курорты, и на них приезжают люди. Что касается водного туризма, то есть, как вы видите на слайдах, это все тоже очень красиво, интересно, и я думаю, что заинтересует любого посетителя Грузии. Ну, отели в стране очень развиты, то есть к нам стремятся большие бренды. В Батуми, к примеру, в нашем городе, который очень маленький, всего 200 тысяч населения, работают 6 больших международных брендов. Ну, Тбилиси их, конечно, побольше. Ну, это опять описание отеля видно на сайте. Ну, это наш знаменитый Дом юстиции. Дом юстиции, это, конечно, это такой феномен Грузии, в котором можно оформить сделки между юридическими лицами или частными лицами за считанные минуты. Ну, в Грузии также проводятся всякие выставки разного направления. Что касается вот на стендах, меня часто спрашивали насчет транспорта. В Грузии летают очень много авиакомпаний, то есть инфраструктура достаточно развита и развивается также. Попасть к нам не проблема, потому что спрашивали очень многие. Аэропорты – это международные, Батуми, Кутаиси и Тбилиси. Так, ну, количество путешественников, конечно, растет. Вот на первой строчке пока у нас, к сожалению или к счастью, Россия у нас даже на 4-м месте пока. Хотя хотелось бы большего. Давай дальше. Экономические показатели с туризма. Также в Грузии существуют свободные туристические зоны, где освобождение от налогов туристических компаний и отелей. В 2015 году у нас проходил матч Суперкубка УЕФА. Ну и также наше государство и правительство старается как можно больше привлечь значимых событий в спортивной жизни или концертов хороших певцов. Ну, винный туризм для нас, конечно, это особая статья. Вот наш город Батуми. Чуть сейчас о нем поговорим. Грузия, то есть Аджария, это автономная республика. Население 440 тысяч километров. Ну, площадь достаточно маленькая, до 3000 километров. Береговая линия 57 тысяч. Ну, здесь вы можете увидеть информацию о транспортной инфраструктуре нашей Аджарии. Дальше. Экономический обзор также, я думаю, вам будет интересен. То есть здесь показано на графиках, как это все растет, и растет достаточно быстро. Опять же, республиканский бюджет и так далее. Так, ну, что касается инвестиций.
Инвестиции в Аджарию, вот как вы видите, с 2010 года по 2014 год растут. Видимо, почему 2015 не показан, к сожалению. То есть рост значительный, до 40%, что, я думаю, вас заинтересует. Так, ну, 10% вы вот выписали, что вас может заинтересовать. То есть, как вы видите, инвесторы у нас полностью защищены. Частные инвестиции для нас и для грузинского государства – это неприкосновенно, дешевая рабочая сила, и у нас очень низкие налоги. Так, что у нас? Ну, это как развивается инфраструктура города, то есть вкладываются очень большие суммы на различные проекты, полностью меняется водоснабжение, канализационная система города, то есть город проходит полную реновацию, она, в принципе, центральные улицы уже завершены, сейчас остается туда более пригород, так можно сказать. Видимо, на этом слайде вы видите, что какая финансовая система города, то есть какие финансовые организации работают и какие займы в основном выделяются финансовыми организациями. Ну, вы здесь видите, что находится в Аджарии, то есть Хилтон, Радисон, это уже готовые проекты и работают, Шератон, Лео Грант, и это на левой стороне все, что уже работает, на правой это то, что еще только строится. Промышленность, строительство. Ну, строительство очень интересно в городе Батуми, так как стройка идет по всему городу. Вы видите, что количество разрешений в 2014 году достаточно велико. То есть город активно строится. Ну, энергетику пропустим, я думаю. В Батуми также находится Батумский морской порт, то есть это один из главных портов страны, достаточно большой товарооборот. Что касается бизнеса в Аджарии, то есть очень все легко и просто, стоит это все сущие копейки, и никаких проблем, в принципе, с тем, чтобы начать свой бизнес в Аджарии, ни у кого нету и не будет. Налоги. Вот налоговая система страны, то есть подоходный налог 20%, на прибыль 15%, НДС 18%. С 2017 года подоходный налог при повторной инвестиции полностью будет нулевым, то есть никакого, при повторном вложении денег в Грузию подоходного налога не существует. Что надо, чтобы приобрести собственность? То есть, в принципе, вы это все видите на слайде, это все очень тоже легко, ничего такого сверхъестественного, главное желание. Ну, это прокурор Гадерди, который тоже находится около нашего города, это очень все как бы быстро. Теперь мы поговорим о нас, то есть наша компания — это содружество компаний, это как бы сказать семейный бизнес, который, как вы видите, состоит из четырех компаний. То есть это компания Dar Building, как сама, это компания, которая строит дома, это застройщик. Также есть компания, которая заводит в страну, является крупнейшей по строительству, то есть по заводу строительных материалов. Dar Capital — это производство стройматериалов, и Aero Palace — это гостиничный комплекс. То есть у нас такая есть фишка, что если вы начинаете сотрудничать хоть с одной из наших компаний, в принципе, в остальных компаниях вас считают своим клиентом также, и вы получаете огромные скидки на все, что делают эти компании. Начнем о Патриоте. То есть Патриот — это такая компания, которая реализует строительные материалы, владеет шоурумами как и в Батуми, так и в Тбилиси. То есть, если вы купите у нас квартиру, вам захочется ее отремонтировать, это будет все очень доступно и очень по хорошим, как бы, ценам за стройматериалы. Давай дальше. Что касается Dar Capital, это уже производитель стройматериалов. У нас тоже приветствуется импортозамещение, как это здесь модно говорить. Так что свой строительный бизнес мы обеспечиваем сами строительными материалами.
Гостиница «Аэропалас» — это, конечно, отдельная тема. Это наша гостиница. Она состоит из двух гостиниц. Одна в центре города, вторая находится чуть подальше, в местечке Гонио. Там курортная зона. В принципе, если вы приедете к нам в гости, вам будет где остаться. И мы будем рады вас приветствовать у нас. Но теперь поговорим о дарбилдинге, то есть о главной теме нашей презентации. Так, дарбилдинг — это компания, которая начала свою деятельность в 2010 году. Начали мы с одного проекта, который находится прямо в центре города, около Макдональдса. Этот Макдональдс тем примечательный, скажем так, что он находится на первом месте по дизайну во всем мире. Там мы закончили дом. Этот дом уже введен в эксплуатацию. Продано больше 80% квартир. И коммерческую площадь в этом доме сняла крупнейший риэлтор, магазин электроники. Там очень такое интересное место, хорошая инфраструктура. Дом полностью готов, я повторяюсь, то есть, в принципе, нам там осталось продать всего 20% квартир, и дом введен в эксплуатацию, что самое интересное. Что касается других наших проектов, проект Dart Tower, то есть этот проект считается очень-очень-очень перспективным. Этот проект мы начали, мы находимся на начальной стадии, то есть это будет дом, в котором две башни, то есть одна башня будет 36 этажей, вторая башня будет 22 этажа. Как видите вы на слайде, дом достаточно высокий по батумским меркам, он находится около поющих фонтанов, также в таком месте, где очень много собирается туристов, и всего буквально в 200 метрах от моря, то есть расположение очень-очень хорошее. Дом будет оборудован современными лифтами, то есть будет обустроен торговый центр, детский садик, полностью будет облагорожена инфраструктура, будет заведен компания, которая будет оперировать отелем, который находится в главной башне, которая полукругом, вот в этой башне, которая полукругом, тут будет отель, а заднее крыло, это уже будет более как жилой комплекс, апартаменты. То есть дом будет заточен на элитное, будет иметь элитный статус, то есть, как вы видите, архитектура очень удачная, будет полностью обустроена площадь вокруг дома, будут парковки, будет как минимум маленький парк обустроен, будет полностью все красиво, как можно сказать. А, это уже дом законченный, вот я о нем и рассказывал до этого, то есть в этом доме уже живут люди, в принципе 228 квартир, из них около 190 проданы. Дом на Пушкина, то есть этот дом находится чуть в отдалении от моря, но опять же это все сравнительно, буквально 10 минут пешком до моря. Этот дом уже 22 этажа построен, в принципе идет заканчивание строительных работ, начинается отделка. Цена в этом доме очень демократична, начинает от $350 квадратный метр. Я думаю, что это очень хорошая инвестиция, так как цена, опять же, постоянно растет в городе. И здесь возможно купить ту же самую маленькую квартиру, 41 квадрат начинается тут квадратура. Очень хорошая такая для инвестиций места. Что касается этого дома. Дом Наваза Пшавела – это исторический центр уже города. Эти дома невысокие, максимум 8 этажей, даже это 6 этажей. Город находится, этот дом находится в историческом центре. В принципе, то есть
очень-очень интересное расположение, потому что это тот, кто любит спокойствие, тот, кто любит тишину, это вот как раз место для такого отдыха, можно сказать, потому что очень интересное расположение, можно сказать, дома. Там тихо, спокойно, уютно. Но единственное, мы не можем строить в этом месте высокие дома. Цена на этот дом, это считается элитное жилье, и начинается от 800 долларов, правильно? Да. Вот это считаем изюминкой нашей компании, то есть это дом семиэтажный, тоже находится в старом центре города. Опять же, очень интересное место здесь, строительство только началось. Цена тоже на этот дом очень-очень демократична. Здесь тоже спокойствие и уют, потому что это старый центр города. Очень красивая архитектура у этого дома. Всего 54 квартиры будет в этом доме. И минимальная жилая площадь 35 квадратных метров, правильно? Да, то есть это, я думаю, очень интересный проект. Также на все наши проекты, что самое интересное, в нашей компании есть 36% внутренняя рассрочка. То есть мы не сотрудничаем в этом плане с банком, мы сами выделяем нашим потенциальным клиентам 36 месяцев и делим сумму квартиры, то есть сумму сделки на 36 месяцев. Возможно, также без первоначального взноса. Это очень, я думаю, интересно, потому что по окончанию проекта, в принципе, вы уже будете владельцем квартиры. Что касается, почему стоит у нас покупать. Так, верни мне, пожалуйста. Ты спешишь. То есть... Мы строим квартиры с черным каркасом, то есть это практика такая в Грузии, в основном строительные компании строят квартиры с черным каркасом, то есть это что? Это стены и внутренняя разбивка квартиры по желанию клиента. Если вы потом захотите отремонтировать эту квартиру, в принципе, у нас есть этот сервис, единственный, в принципе, ваше желание, но... Из-за того, что у нас есть свой импортер стройматериалов, у нас это будет гораздо дешевле, чем у других компаний, так как мы, как я уже говорил, предоставляем скидку нашим клиентам Darbuilding, которые купили у нас квартиру. Стройматериалами будут снабжаться уже по ценам намного ниже, чем есть на рынке. Что касается оформления квартиры, то есть при оформлении квартиры у нас мы сразу же проводим ее в государственном реестре, и покупатель будет указываться в документах как будущий владелец. Это вас защитит от черных схем, которые, к сожалению, присутствуют на рынке. Были такие случаи, что одна и та же квартира у недобросовестных застройщиков продавалась по 5-6 раз. То есть такое возможно, такое было. Мы от этого вас страхуем и ставим в середину государства, которое будет страховать вас в этом плане. То есть вы оформляетесь как будущий владелец квартиры, и после того, как вами будет оплачена полная сумма, автоматически вы становитесь уже полностью владельцем жилой площади. Какие документы вам надо, чтобы купить квартиру? В принципе, у нас это паспорт, ну, сумма для оплаты услуг публичного реестра, это обычно от 100 до 200 долларов, все в зависимости от того, как вы, в какие сроки вы хотите выписку, и, в принципе, больше ничего. Также вы можете приобрести квартиру, не приезжая в город, не приезжая, не посещая в Грузию, что я считаю чуть-чуть неправильно, потому что Грузию надо посещать и как можно больше, верни назад. То есть вы можете купить квартиру на основании доверенности, на основании договора, то есть это все оформляется через нотариуса и через Skype, то есть это очень-очень все легко.
Так, Нина, давай продолжаем. Так, дальше. Хочу отметить также, что при инвестиции 35 тысяч долларов в Грузию, государство вам, если вы захотите, конечно, дает вид на жительство в стране. Это, правда, не постоянный вид на жительство, временный, но со временем, после двух сроков или трех сроков продления, вам уже дадут постоянный вид. Что в свое слово, что в свою очередь тоже вам дает преимущество, так как скоро мы надеемся, что с июля месяца Грузия будет иметь безвизовый режим с странами Шенгена. Я думаю, это очень интересно тоже. Давай дальше, Нина. Ну, в принципе, Нина закончила свою презентацию. Я же хочу сказать пару слов, что для очень многих Грузия до сих пор считается загадкой, и очень многие думают, стоит ли вкладывать в нашу страну. Я скажу так, что, во-первых, на данный момент грузинское законодательство и сама страна развивается в том плане, что и в ту сторону, что любой турист, любой инвестор для страны очень важен. И вкладывание денег в Грузию на данный момент очень большой приносит доход, скажем честно. У нас есть клиенты, которые занимаются инвестициями, то есть они купили квартиры на начальном стадии, сейчас когда на начальной стадии застройки, когда дом сдали и они продали эти же квартиры, то достаточно получили большую маржу, потому что цена выросла почти на 40%. Что касается налогообложения, эти вопросы тоже нам задавали на выставке. Если квартира будет продаваться, перепродаваться во время застройки, то есть в течение двух лет после покупки, тогда она облагается налогом только на добавленную стоимость. То есть, если вы купили квартиру за 10 тысяч и продали ее за 11, это 1 тысяча долларов будет облагаться налогом. Но если вы продали квартиру после 24 месяцев, тогда вы не платите ничего совершенно государству. Окромя, конечно, пошлин в реестре, опять же, это там 10-50-100 долларов. Также город очень сильно развивается, и очень многие интересуются Грузией на данный момент. То есть это азиатские страны, это страны СНГ, опять же. И хотя застройщиков достаточно много на данный момент, и город активно строится, цены тоже начинают расти. То есть если два года назад было реально... Алло. Если реально было купить квартиру квадратный метр за 300 долларов, за 250 долларов, сейчас цена увеличилась, идет вверх. Что с ним? Алло. Я думаю, что скоро цены достаточно хорошо вырастут. То есть я думаю, сейчас как раз время покупать недвижимость в городе. Мы благодарим вас за внимание, благодарим, что вы нас выслушали. До свидания. Спасибо.